Фитнес-центров на Пхукете великое множество. Хватает и таких вот скромненьких, но за приемлемые деньги и очень даже современных, с новенькими тренажерами и персональным тренером. В одном из таких центров работают мои знакомые Вова и Женя Загадовы. Сами ребята родом из Владивостока, на Пхукете живут уже 3 года. Вова – мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, чемпион России, Сибири и Дальнего Востока. Мастер спорта по бодибилдингу. Женя – инструктор по фитнесу с многолетним стажем. Это сейчас супруги Загадовы – самые популярные на острове персональные тренеры из России. Но за свое успешное настоящее им пришлось побороться. Ну, приехали мы сюда, клиентов, естественно, нету. Набрали мы их только спустя 2,5 года. Тайское законодательство очень сложное, и были очень тяжелые времена и по деньгам, и многие такие обстоятельства. Большой шаг в жизни, но приехать сюда надолго. Просто очень долго о себе заявляли. Показывали, что мы умеем, что мы действительно это можем, что мы можем вам помочь. Если наберете даже там 5 клиентов, нет смысла даже сюда переезжать, даже 10. Сейчас у Загадовых огромная клиентская база. Среди них и жены русских бизнесменов, и брутальные качки, тягающие железо по беспределу. Их личный спортивный опыт, полученный в России, помог серьезно расширить диапазон услуг и составить серьезную конкуренцию местным фитнесерам. Регулярно люди приходят с проблемами со спиной, с поясницей. У меня был один клиент, 2 позвоночные грыжи и 2 стертых позвоночника. Он не мог сидеть даже на полу, играть с ребенком. Спустя год приседал с весом 175 килограмм на 6 раз. Это не для того, чтобы он там стал сильным там, и мог приседать 200, это для того, чтобы мы лечили голову. Я ему хотел сказать, что он здоровый и забыл про свою спину. То есть не каждый человек может присесть 170. То есть он вылечил свою голову и вылечил свою спину. Разработанные для клиентов методики помогли супругам Загадовым поправить и свое здоровье. Я в России весил на 20 килограмм больше, я приехал сюда. Согнал 20-ку за 2 месяца, я чувствую себя великолепно, я чувствую себя помолодевшим реально. Мой биологический возраст, сколько мне там? 20 лет. А моей жене сколько лет? 13. 13. Вот. То есть это мы просто цветем пахнем, я чувствую себя великолепно. Конечно, цветущая природа и тропический климат кому угодно пойдут на пользу. Могли ли Загадовы быть столь же счастливыми и здоровыми в России? Уверен, что да. В нашей стране полно и способов, и мест, в которых можно поправить свое здоровье. Все проблемы в наших головах. Главное – поставить перед собой цель. А уж к какой точке земного шара идти к ней – дело каждого. Да и не столь это важно.